Привет, Андрей. Это видео про твой пецваль. Вот сам объективчик. Изначально объектив имеет байонет Nikon. Ставится на Canon через переходник с одуванчиком. То есть, если ты надумаешь потом его продать, ты сможешь его продать как для канонистов, так и для никонистов. А также, если появятся какие-то у тебя мануальные объективы на Nikon, ты сможешь через этот переходник использовать и их. Поскольку в Canon нет диафрагмы 1,9, я прошил фокусное расстояние 58 мм и диафрагму 1,8. То есть ты всегда сможешь перепрошить ее на ту диафрагму, на которой будешь снимать. Вот это вот колечко, которое управляет степенью размытия боке. А это колечко, управляющее резкостью. Вот это заглушечка. И вместо нее ставится диафрагма. Здесь в пакетике лежат все диафрагмы, 8 штук родных и 3 дополнительных. Сейчас я упакую твой объектив, и завтра он приедет к тебе. Спасибо за внимание, спасибо за покупку.